Всем привет! Я, видите, около своей елочной композиции, в новой пижаме с мишками. Вот мишки, сердечки. Сейчас посмотрела, наконец, фильм про последнего богатыря. Помните, я, когда ходила на Матильду, я еще думала, что, блин, какого черта я на нее пошла, лучше бы я пошла на богатыря. Но в итоге, честно говоря, я в кинотеатр до последнего богатыря так и не дошла. Но я сегодня его посмотрела. Что я хочу вам сказать? Вообще, фильм классный. Конечно, он немножко... Ну, для поколения... Для моего поколения, да, тех, кому 30 и слегка за 30, может показаться слегка необычным, поскольку, ну, некий переворот добра и зла произошел по задумке сценаристов. Просто не хочется рассказывать весь сюжет, потому что иначе... Ну, какой смысл иначе смотреть его? Моя задача — рассказать вам, почему его надо посмотреть. Так вот, переворот добра и зла. Ну, он довольно-таки гармоничный, довольно-таки объяснен в этом фильме. Поэтому на меня это большого... ужаса, не знаю, как выразиться, вообще не произвело. Поэтому я с удовольствием порекомендую вам посмотреть. Кстати, фильм сказочный, хоть он и не без новогодней тематики, то есть там, в принципе, вообще совершенно ничего новогоднего нету, но он такой сказочный, и если в эти праздничные дни, они долгие, вы остаетесь... в России, вы остаетесь дома, ну, где бы то ни было, то вы можете сами, либо с детишками посмотреть, по-моему, очень сказочный, такой праздничный, хороший фильм. Фильм, где добро победило зло, и где названное зло может оказаться добрее добра. Нормально, да, я сейчас закрутила? Да, у меня бывает. Ну, такое вот маленькое... не знаю, резюме, что мнение, как угодно назовите. Мне хотелось с вами этим поделиться. И тем, кто еще не смотрел «Последнего богатыря», фильм этот нашего производства. Милый, добрый, веселый, как для детей, так и для взрослых. Так что мои вам рекомендации, и пока-пока!